I'm OG, y'all new to the game. Потому что, ну, мало ли кто-то там шваброни адского выхватит, блядь, и потом не, ну, если будет плавать головой, вниз головой. Шататься, да? Может. Да вряд ли кто-то ушатается. Не, я имею в виду, они-то прыгают, понял, на всех фигурах. Ну, и там можно ушататься случайно головой. Без фигуру он на флейтике разогнал. Так, этот место, конечно, нет ощущения, что мы в Питере находимся. Это в Крыму, я не знаю. На курорте. Точно не в Питере. Здорово, Никит. Здорово, Вань. Здорово, Киану Ривз. Фу, наклоняй немножко, а то там получается вот, вот такой ракурс. Ты блогер, что ли? Что ты мне советы задаешь? Ну, я просто немножко в съемке понимаю, снимал пару раз просто. Пару раз снимал видео. Снял пару свадьб. Монтировал год. Слушай, серьезный движ, да? Они прямо отсюда дропают туда вниз, да? А, да ладно. I'm OG, y'all new to the game. Сразу в позу стал? А? Сразу позировать начал? Сразу же, да, наверное. Red Bull придаст сил. Смотри, кукин сайт. Да? Отвечаю вообще. Терпи. Вода очень холодная. Мне понравилось. Костян гребет, старается. На! Да расслабься, надо выпрямиться, расслабься. Это было эпично, мэн. Ну ладно. Я вообще не понимаю, да, она типа... Не хватает ей скорости. Some shards under the belly, lay some grease inside my hand. It's a sentimental jury and the makings of a good plan. You've come to love me lightly, yeah, you come to hold me tight. Is this motion everlasting or your shutters pass in the night? Why can't
Почему у меня ничего не получается, Никита? Ну, так, смотри, Костян, главное вот так вот, штанину чуть-чуть приподнимаешь, вот так. Ага. Уже плюс 10 к стилю, как бы, все. Главное штанины. Вот так, чуть-чуть вот так вот ее, все. Ага. Ладно, шучу. На самом деле, смотри, задняя нога ровно, вот ты коврику прямо к загибу отодвигаешь. Ну, прямо к загибу, да? Да, ну все, вот, встаешь, чтобы в упор вот так. Да, стоял, мы представляем, что здесь загиб, окей. Все, перед ногу я лично чуть-чуть разворачиваю. Ну, кто-то прям ровно. Ну, прям типа на 15 градусов, да? Я прям чуть-чуть, да. И вот у тебя стойка, ты чуть-чуть присел, но ты должен при этом расслабиться и чувствовать баланс. Вот это вот. Соответственно, если ты чувствуешь, что ты начинаешь отставать от катера, ты просто присаживаешься и вот так протягиваешь переднюю руку вперед. Больше ничего не надо. Вот у тебя вес вот здесь сосредоточен. Переднюю руку вот так протягиваешь и чувствуешь, как начинаешь ты ускоряться, да. Главное не задавливать вот так, а вот там, не, не вот так руку. Вот сидеть, да? А если не протянуть руку? С рукой лучше получается. Вот так. Но это опять же ради стиля. Вот так вот, да? Вот видишь, он даже показывает просто на максимальном стиле это все. Он все, не объясняет, как это нужно сделать, помнишь, не объясняет, как это сделать стильно. Когда ты чувствуешь, что ты уже набираешь слишком сильную скорость, ты просто встаешь вот так и чуть-чуть отстраняешь назад, чуть-чуть вот буквально. Ага. То есть у тебя баланс всегда между здесь и здесь. Ага. Как в Mortal Kombat как бы стоят. Да, как в Mortal Kombat стоят. Ага, как в Mortal Kombat, я понял. И ты должен чувствовать вот эту четкую очень грань. Когда ты начинаешь вставать, ты сразу должен немножко подавать вперед, да? Ну, а пампинг там потом. Соответственно, чтобы сфоткаться стильно, тебе что нужно? Тебе нужно присесть. Вот так, вес на передней ноге у тебя очень важно. Ага. Передней ноге. Не здесь, а вот четко вот здесь сосредоточен. Ага. Руку вот так в воду засовываешь, начинают брызги вот так лететь красиво. Ты лицо на камеру, улыбаешься и фоткаешься. Ага, я понял. Ваня, он все правильно рассказывает? Это был случай один. Чувак, короче, катался с нами за катером, и он постоянно вот эту вот теорему делал. Он что-то покажет, потом садился вот так вот. Как он делал, Ван? Так? Вот так вот. И один раз он очень сильно, короче, пытался руку, видимо, вытянуть. Помнишь, он такой встал такой. И такой. Почему? Потому что он слишком сильно перевалил. У меня просто ничего вообще не получается, и я уже 45 минут отъездил, ни разу еще не отпустил фал. Надо хоть разочек-то отпустить и почувствовать себя на волне. Ты что это за трата денег какая-то непонятная? Просто, Костян, даже если ты просто чуть-чуть как бы расслабишься и вот просто присядешь аккуратненько, поймаешь этот баланс, вот тебе нужно, да? Ага. Ты почувствуешь, что тебе фал уже не нужен. Сможешь его откинуть спокойно. Я могу его откинуть, я чувствую иногда, что мне он не нужен. Но это длится типа секунд 10. Я тебе говорю, вот если ты вот так присядешь, просто расслабишься, немножко потупишь вот в этом положении. Я не понимаю. Я имею в виду, что... Пацаны там трюки обсуждают, как делать. Как там у них не получается 360, а мне как бы мучает вопрос, как отпустить фал и ехать на волне. Сложно это все, хочется больше, но дорого. Появился второй шанс, чуваки вернулись, что есть еще 20 минут, поэтому буду пробовать отпустить фал. Yes. Я не уеду отсюда, пока не почувствую, что я выполнил миссию. Ну хотя бы фоточку сделал, мне у Никиты объяснил, как надо делать, стильные фоточки.